Эгегей, зритель, кто-то из вас хотел увидеть, как я что-то тут готовлю. Я тут собралась вообще делать как бы финиковые конфеты. У меня заодно и паста сегодня пришла финиковая. И вдруг решила это заснять. Тут у меня миндаль, кэшью и грецкие орехи. Я вообще хотела фундука еще положить, но его надо чистить, точнее колоть. Это тот самый, первая часть того самого блендера, который я все никак не смонтирую. Как бы и местами мелко, и местами не очень мелко и крупно. Свет у меня сейчас только от окна идет. Я как-то все это спонтанно делаю. Да, вон там у меня сохнет кастрюльками керамическая с предыдущего обзора с китфордовской мелкой медленноварки. И я вот думаю пересыпать это сейчас куда-нибудь. А еще есть немножко молотых всяких орешков, еще семечки тут кунжутные. Но я думаю, в это можно будет обвалять. Я делала, когда-то у меня была паста финиковая, но она псевдофиниковая была. Вообще не знаю, с чего там и какого качества это все было. Озон продавал. Я как бы слышала, что Озон может продавать не совсем то, что и есть, типа подделку. Но вот мне как раз тот случай, когда попалась. Финиковая паста от фирмы Датти. Датти самая отвратная фирма. Ничего никогда у них не покупайте. Потому что по цвету она с виду была как бы финиковая по цвету. А когда разрезаешь ее, взламываешь, разгрызаешь, она внутри была совсем другая. И тот самый случай, когда скупой платят дважды. Я тогда удивилась, думаю, надо же, финиковая паста. Там и картинка другая была. Как бы типа 300 рублей за килограмм. Обычно 300 рублей, ну, плюс-минус, там, от 280, как вот за этот, да, кто во что гораздо, можно купить полкило. Обычно там 560 я покупала, платила за килограмм, а тут 300, думаю, что за фигня, типа там какие-то скидки, то еще, ну, взяла, купила. Теперь буду знать, что дать это парашка. А это арабские, короче, финики. Этой фирмы я уже брала. И на Озон это вот, в этот раз на Вайтберрис. И я тут как-то размораживала холодильник и разбирала в вещах, поняла, что надо, наверное, эти финики, если они вообще несъедобные, даже если это из какого-то не того сорта фиников, которые мне не нравятся, бывают такие светлые финики. Но в любом случае это, видимо, что-то такое, ну, не кондиция, и это уже больше не продается. Приятно, что вы выбрали нас с уважением в ваш продакшн. Я сейчас, о, я проломила, хотела ножик взять, а сама ногтем проломила. Но тут как бы оно еще упаковано другой такой пакетик. Мягкая, так как должна быть. Я делала уже как-то конфеты, делала уже конфеты с шоколадом. Вот я хочу сейчас это выложить в тарелочку. Отрезать чуть-чуть, поломать. Ну, может, я сейчас дислокацию сменю, чтобы было видно это все. На голове у меня не совсем тот прикид, но я думаю, ничего страшного с тобой не случится, если ты это увидишь. Возможно, тут будет слегка связаться моя макушка, но я думаю, ничего страшного, главное, что я вдруг обнаружила, что можно вот так вот, допустим, как-нибудь поставить камеру и хомячить. Оно как бы чуть выше и чуть ниже. Слегка другой ракурс. Я еще думала арахиса положить, а в итоге что-то забыла. Надо, конечно, фарфу надеть. Надеть, точнее. Вот она какая мягкая. Это с учетом, что у нее срок-то, по-моему, даже изготовление. Где там написано-то было? Где-то было написано. Это 17 ноября 2021 года. А тут то, что мне тогда прислали, оно типа свежее было, то все. Ну, вообще не финиковая паста, а непонятно что. Я видела дешевле какую-то в баночке, а потом думаю, не, Лёля, мы с тобой уже накалывались. Мы не настолько богатые, чтобы тратить деньги на всякую хрень, которая вообще не финик. А там отзывы были такие странные. Я думаю, лучше я куплю то, ой, что я уже как-то покупала. То, что проверенное и нормальное.
Вообще мне как бы минут через 20 надо из дома вывалиться. Так что, может, я это запишу за 2 захода. Оставлю все тут. Благо, кошка, я надеюсь, не жрет у меня орехи. Как бы можно это все поминать в массу, а потом разделить. И может там в коробе обкатать, еще в чем-нибудь. У меня там даже просто какао где-то есть. А можно в тех мелких орехах обкатать. Тут кунжут, кэшью, миндаль, что-то еще мелкомолотое. А потом не сегодня, но может завтра собираюсь сделать какао-пасту такую. И частью жидкого шоколада в нем обвалить, наверное, или облить, короче, им эти конфеты. Так как бы конфеты будут не только сюда, но еще и в деревню. Полезные конфеты. Ой, отлетела. Я вообще сначала, когда узнала про эту пасту, увидела на рекоменде какой-то отзыв вместе с рецептом конфет, но там очень что-то заморочено было, вплоть до овсяная мука. Овсяная мука в сухом виде мне как-то не очень нравится. И там вот именно что надо вдавливать было вот в эту массу, всю вот эту, орешки и прочее. Прям пластилин такой съедобный. У меня еще немного разряжена батарея, так что думаю, сейчас пока до аптеки хожу, она чутка... Поставлю на зарядку камеру немножко. Тут как бы полкило изначально вот этого. Где-то вот я. Ну, может, грамм 100 взяла, не знаю. Немножко так взяла. Обваляла, и оно такое уже приличненькое по форме. Это можно пока, наверное, прикрыть. Потом приду и разделю ее на конфетки. Можно в кокосовой стружке обкатать будет. Но у меня как раз где-то есть. А можно и без кокосовой стружки. Как бы, можно сказать, еще раз привет, зритель. Сейчас уже как бы ночь, я тут пласты склеивала. У меня был человек в гостях, и человек уже попробовал, а я еще нет. И я решила, что как бы, вот. Я тут чай зеленый с листьями земляники и, возможно, тушеными ягодами. Я вроде думала вот этот кусочек в какао-порошке обвалять. А может быть, в меските. А сейчас так подумала, что может быть просто сделать конфеток круглых и ни в чем не обваливать. Хотя может быть... Ну, я к тому, что я сейчас одну конфетку захомячу с чаем, чтоб ты, зритель, понял, что это действительно съедобно. Мне вообще сказали, что это очень вкусно. Ну-ну. Я тебе тоже что-нибудь дам пожрать. Я вот кошка мяу-мяу.
Нам не сегодня умудрилась утром, но уже вчера, получается, каким-то образом пальчик поцарапать. О том, что на нем ранка, я уже так это спустя несколько часов заметила. Ну вообще. Этот раз я с телефона управляю. Я думаю, если его полить потом самопальным шоколадом на основе какао-масла и какао-тертого, то будет еще вкуснее. Но вот не знаю, стоит ли в какао-порошке сейчас обсыпать. Сейчас зритель, я кошке дам пожрать чего-нибудь, а то она тут страдает. Ты ее не видишь, она чуть подальше, но, по-моему, она пытается мне что-то сожрать. У меня там кефирчик на заднем фоне. Вообще, это как бы само... Кефирчик на заквасках Бакздрав. Я там этот промокод оставлю в начале ролика. И смузи, банан, груша, клюква и этот голубой чай порошковый. Разведенный, замороженный, размороженный. Я лежала и поняла, что, наверное, надо немного поесть. Сейчас я все-таки чуть-чуть сделаю в обсыпке из какао. По-моему, у меня все-таки тут какао-порошок. Да, он даже пахнет какао-порошком. Не совсем тут видно. Да? Чай подальше. Это поближе. Куда-то скрепочка девалась. Пакетик, в котором стояла тарелка с этими как бы конфетами. Потому что, ну, мало ли, у меня есть кошка, которая может есть вообще даже то, что кошки вроде по идее есть не должны. Да и так, чтобы не подсохло слишком. Там видно это, да? Нас, конечно, к вечеру дали горячую воду, и мой змеевик снова горячий в ванной. Но это... Я как бы тут помирал в очередной раз. Надо на что-то положить это будет. На какую-то досочку, что ли. Тут вообще что в кадр-то влезает. Ты, может, не совсем это увидишь, зато ты полностью увидишь меня. Я, конечно, могу привстать, слегка этот камеру опустить. В смысле штатив. Ну, ты видишь изначально эти конфетки, когда они обкатаны на тарелочке. Сделаю себе деликатесов, если получится уехать, когда начнется тепло. Вроде оно как с понедельника начинается. То я возьму с собой их. У меня будет в деревне то, что можно попить чаем. Вообще, думаю, туда взять какую-нибудь баночку варенья. Потому что у меня тут дофига всякого варенья. С одной стороны, это дофига не бюджетные конфеты, да, учитывая, ну, сколько, допустим, стоит кэшью. Даже если брать на Озон или Вайберес по полкило, мы вот полкило тетя взяли напополам, скидывались. И, ну, в общем, этот, по 250 грамм на человечка. Миндаль тоже, в принципе, прилично стоит. Ну, как бы не бюджетно. Грецкие орехи те же. 280 рублей вот эти полкило этой финиковой пасты.
Но конфеты покупные тоже прилично стоят. И если у тебя зритель тоже какие-нибудь там реакции организма на какие-то странные ешки, потому что не на все ешки есть реакция, но на какие-то есть. Или, допустим, на пальмовое масло, как у меня, допустим. Или вот у меня у подруги тоже такая, как бы аллергия на пальмовое масло. Ну и просто конфеты. Крайне редко можно встретить какие-нибудь конфеты по скидке за килограмм 32 рубля, допустим, за 100 грамм, да, в том же магните. То, наверное, вот это вот, знаешь, из чего делаешь сам, это прикольно расслабляет мозги. И оно как бы, наверное, бюджетнее выйдет в этом плане. Плюс еще там полезно, клетчатка, то все. И хоть и у финика гликемический индекс выше, чем у сахара, его диабетикам не очень советуют. Ну вот если кто-то, допустим, диабетик, да, не в курсе. Либо с повышенным сахаром и предрасположенностью к диабету, хотя я считаю, что благодаря диетам на начальной стадии вполне всего этого можно избежать, то, ну, надо есть с осторожностью, там, одну конфетку в сутки, все такое. А если нет таких проблем, то, ну, вы при этом за здоровый образ жизни, без фанатизма, то вполне можно съесть такие конфетки. Я вспомнила, как я делала как-то, мне еще даже кто-то в комментах списал, что, типа, спасибо за подобные и бюджетные рецепты этих... из фасоли какие-то там шарики сладкие. Надо будет как-нибудь сделать. Ну, что-то я давно не варила фасоль, у меня есть там фасоль на балконе. Я сегодня купила несколько разных видов круп сюда и в деревню. Мне вот подружка к чаю принесла, когда последний раз была со своим детем у меня в гостях, на пианино играла, какие-то вафельки. Ну, мне раньше нравились такие трубочки, типа вафельные. Маленькие, тоненькие, Яшкино. В Яшкино кладутся чаще всего пальмомасло или еще какая-нибудь хрень. Или хрень и пальмомасло. Ну, в общем, они какие-то по вкусу не совсем то. Мне раньше очень нравились, но то ли там просто вот начинка не такая. Я кусочек откусила сегодня с чаем, у меня там они еще остались, я понимаю, что я их не могу есть. Есть конфеты Мишаня, как я недавно узнала, и конфеты Умка. Они похожи, только вот в Умке чувствуется пальмовое масло или какое-то, ну, некачественное масло. Скорее всего, пальмовое, какое обычно кладут. А в Мишане внезапно оно не ощущается. Но если есть, то в очень малом количестве, либо оно какое-нибудь там более качественное, это пальмовое масло. А я купила как-то конфеток и тех, и других там в магните. У меня две конфетки, точнее полторы. Вот конфетки лежат этого Умки. Хотя Умка мне раньше очень нравился. Кошка, свали со стола. И я поняла, что лучше купить за 280 рублей. Потому что самый дешевый вариант был. Полкило финиковой пасты. Проверенного производителя. Я тебе положила покушать. Почему ты не хочешь есть то, что ты положили? И наваять конфет. К тому же у меня орехи были. Я, правда, из миндаля все хотела сделать марципан. А тут уделала весь миндаль. Мне несколько орешков еще осталось в баночке, где бразильский лежит. Но подумала, что, в принципе, я этот миндаль в любой момент смогу купить при случае, если мне приспичит. И сделать. Учитывая, что человек съел... Наверное, столько, ну, такую как бы чайную ложку. Ну, как-то так. И я еще шарик, да? Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 получается. 12 шариков из такого шарика бы получилось. Где-то из 100 грамм, наверное, этой финиковой пасты. Финики сами по себе много не сожрешь. Ну, вообще, как бы, зритель, если ты сладкоежка, и у тебя вот прям проблема такая, что жрешь сладкого дофига, как у меня одно время было... И в детстве я не была такая сладкоежка, я как-то в детстве с мамой разбирали там какие-то, ну, под кроватью в комнате, в нашей маленькой комнате, в моей комнате, где этот красный ковер был, на стене и куча обезьян,
Короче, была коробка с игрушками, как-то мы там с ней обнаружили карамельку, конфетку. Муж, ну, как бы дарили конфетки, а я положу куда-нибудь на видное место и забуду, и как бы про нее и не вспоминаю. Потом был период жизни, когда очень много сладкого ела. И если у тебя такая же проблема, вот, допустим, стоит, и ты уже, ну, как бы пытаешься меньше есть сладкого, но не получается, заваривай себе короб. Просто вот короб слабой обжарки, похожий на какао-порошок. Горячий, там, ну, кипящей водой, потом добавляй немножко молочка. Даже можно растительного. Перемешивай, оно по вкусу как какао. И вот когда его пьешь, когда я стала его пить, иногда там даже 3 раза в день, ну, короче, много. Иногда вот как пошло, сначала мне не пошло, потому что как бы не очень качественный был. Благо только 20 грамм там был, 30 грамм был пакетик. А потом я что-то купила, дала ему снова шанс, и мне очень пошел и средние обжарки, и сильные обжарки. Ну, в общем, ролик у меня там есть где-то про обжарки. Это «Здоровая семья». Фирма выпускает там 4 вида вариации короба без обжарки, слабые обжарки, средние и сильные. Сильные похожи на кофе. Если заваривать просто водой и не добавлять молоко, то как черный кофе. В общем, там есть некая сладость, и когда я стала пить короб, во-первых, ногти улучшаются, волосы, все такое. Зубы, можно сказать. Ну, у меня молочные, по большей части. Я не знаю, когда они там полноценно вырастут, те, которые не молочные, особенно те, которые вроде как выпали, начали расти и зависли где-то с начала 2016 года. Вообще, с августа 2016 года у меня тогда челюсти. Зубы, по-моему, с 2014 года у меня, по-моему, первый зуб выпал и там стал что-то расти. Ну, первый зуб, начиная с момента, как мне стало больше, чем 18 лет. И, короче, в общем, как бы в коробе есть то, что помогает улучшать волосы, кожу, ногти. И менее тяга к сладкому. И начинаешь понимать, что можно, допустим, чай попить с орешками кэшью. И они сладкие. Ты чувствуешь эту сладость, она такая тонкая очень. В другой момент до короба я бы не поняла, что орешки кэшью сладкие. Или что миндаль сладкий. Вот я могу, я в прошлом году в деревне пила чай с миндалем. Просто вот черный чай, зеленый чай, любой какой-нибудь чай. Прикуску с миндалем. И вот если ты короб попробуешь, подсядешь на него. Правда, был период, когда что-то у меня закончился здесь, а где он был, я что-то забыла его достать. И месяца 2, наверное, не пила. Мне и ногти ломались, и волосы как-то не особо. Да и вообще, не то, не сё. Можно сюда, я думала, выложить. И тогда было как бы, ну, понятно, что еще семена чиа, правда, не ела. Ну, можно, конечно, чем-то другим заменить. Но, в общем, если ты похаваешь короба, даже где-то через месяц, может быть, даже раньше поймешь, что тебе уже хочется меньше сладкого. И что то сладкое, которое ты никогда особо не чуял, что там сладкое, оно там есть. Ну, короче, как, допустим, слепые люди с хорошим слухом. Вот что-то в этом роде. Я сейчас что-то снова читаю, правда, в кривом переводе. Тут, видимо, машинный перевод. Ну, там даже не стесняются, что не машинный перевод выкладывают. Некоторые за это деньги еще требуют. Платный машинный перевод. Короче, этот, как он говорит... Ранобе. Я стану злодейкой, которая войдет в историю. И там она как раз вот сейчас, это ГГ Алисия с одним глазом, но я на том моменте, где она завязала себе глаза тканью, чтобы думали, что она слепая, и через эту ткань пытается смотреть, но у нее, соответственно, за счет того, что у нее один теперь глаз, у нее улучшился слух. И вот так же, если попьешь короба, то ощущение будет именно такое, что вот чувствуешь эту сладость даже там, где вот раньше ее не ощущал. Сейчас руки надо помыть мне и еще орехов добавить. Я бы цвет сказала, монтёр. У меня тут есть молотые орешки до такой практически муки. Оставшиеся от той недопасты, которую выдавали за финиковую пасту, сама не поймёт, непонятно что. А, тут даже, по-моему, кокосовая стружка есть. И эта порция у нас, наверное, выйдет именно такая.
И с кем, и с этим, и с какао. Я на днях делала очень вкусную штуку. Она у меня закончилась буквально за несколько дней. Ну, короче, позавчера я делала. Вчера. Сегодня это, которое еще вчера. Но так как я еще не уснула, так что это у меня сегодня, хотя у вас уже завтра. То, что у вас сегодня, у меня завтра. То, что сейчас ночь. В общем, 26-го я дома, 25-го я ездила в Идры. 24-го я делала, в общем, такую штуку, про которую писала в телеге. Там тоже орехи были, ну, правда, там еще и изюм был, и чернослив. Я все смешала с медом. Я немножко, ну, как разделила напополам. Часть взяла в деревню гостить родственников. И часть сегодня, уже вчера, получается, ну, и часть 26-го мая схомячилась чаем. Даже местами с корогом. Я потом, правда, теперь у меня как, получается, орехов таких не получится, что мне Ирина этих немного оставлять. Потому что у меня там остались орехи, только арахис, но арахис не подойдет. Ну, в смысле, не в моем случае, не то, что хочу сделать. У меня там есть немножко, наверное, миндаля осталось, а и немножко кэшью. Грецкого-то уже нету. Если только оставить тут и сделать эту штуку, как я хотела, вместе с черносливом и изюмом. Я чуть не подумала, что все орехи-то оставшиеся выложила, и тут грецкие и все оставшиеся. А лесной надо колоть. Может быть, если меня сон не постигнет, то я после этого поколю орешков немножко. Ну, прям как пластилин. Кошка там коробочку дерет. Я сегодня на кухню убиралась, но на комнату меня уже сил не хватило. Ну, в смысле, пол подметала и мыла. И у нас в этот момент как раз оказалось, что горячую воду отключили. И вот что-то там где-то копали и делали. Наверное, все-таки какао-порошок сделать, тут осталось немного. Какао внутри, какао в обсыпке. Потому что мескит, он тоже все-таки, ну, хоть и странную, но какую-то некую сладость дает. А какао, кстати, надо попробовать. Немножко такую горчинку. Ну, как бы вкус такой, будто конфеты из темного шоколада. В принципе, я могу часть вот с этой штукой сделать. Тогда у меня орешки останутся еще. На чернослив с изюмом. Побольше шарик получился. Ты хочешь ко мне, да? Ты мне сейчас мешаться будешь, не надо сюда прыгать. Лиз, не надо. Ты тут свои волосы везде оставлять будешь. Я что-то впала в ту пару, когда волосы кошачьи лучше я прибрала по ее меркам. Где лучше на окошко? Эй, это ножик, это острый ножик, не надо его трогать. Что за глупая кошка? Ножичек от измельчителя пытается заиграть. Кошка тоже лазает по столу. Но главное, это мандаринчик, она же должна его не любить. Кошка, валяй сюда. Вот же жук. Заставляешь хозяина грязными руками тебя брать. Липкими. Непослушная кошка, как бывают дети, которых
Я просто по себе сужу, когда мне маман говорила на мою какую-нибудь штуку, там, я что-то, ну, пальцем на кого-то показала, так нельзя делать. До меня доходило, да? А и бывают такие, что говоришь, там, объясняешь, показываешь примеры, а толку ноль. Человек не считает нужным, что надо слушаться, понимать что-то и как свинячил, так и свинячит. Так вот и эта кошка такая же. Ты-то не видишь. Она сейчас с другой стороны забралась, но у меня там что-то лежит. И она пытается это что-то скоммуниздить. Ее уже раза два со стола сгоняли. И хоть бы что. Мескит не жрут. По крайней мере, кошки, я надеюсь, не должны жрать. Большая тоже конфетка будет. Хотя, в принципе, у меня остаются орешки. Я думаю, мне вполне и хватит в этой тарелочке. Алиса! За ухо задеру. Хотя, по-моему, тебе пофиг, что тебя за ухо дерут. Невозможная кошка. Тут-то я массу вдалбливала орешки, они там прям нашпигованы были орешками, когда я его сфоткала. А здесь, получается, я просто обваливаю. Как моя подружка сказала, когда я при ней кошку пыталась со стола согнать, она говорит, так я тебя не понимаю, она думает, что ты с ней играешь. Реально. Ругаешь ее и думаешь, что шоу, внимание уделяет хозяин. По жопе слегка шлепнешь, и она думает, что это с ней играются. Вот идет, как ни в чем не бывало. Кыш. В принципе, не обязательно, наверное, всю пасту делать. Последнюю сейчас вот эту штуку выдавлю. Интересно, если с медом сделать, опять же, эту штуку, только какао туда еще добавить. Порошка как будет? Нормально или нет? Прям пластилин-пластилин. Люди спят, а Лёлик сладкое ваяет. И встал это чисто потому, что подумал, что, наверное, кефира попить. Ибо я его достала, он уже, по идее, должен был согреться. И легла полежать около 8. А тут уже где-то час ночи. Вот это паста так паста. Не так тогда было непонятно, что под видом пасты. Не знаю, может ее слегка в холодильнике подержать, чтобы она потом отваливалась нормально. В итоге я ее на всякий случай убрала в холодильник пасту.
Может, надо в камеру повпыриваться. Я тут тарелку все смотрю. Кстати, зритель, можешь потом дать мне знать в камеру такой ракурс, как, если я, допустим, хавать буду на камеру, а штатив вот именно в таком положении стоять будет. Ну, такая вот картинка. Как бы немножко сверху. Там, возможно, слышно, как Дуринда с фантиком играет. Сейчас все тут и соберу, этот финик. Забыла высыпать эти остатки мелкие, которые тупо. Можно и будет смешать потом с медом. В принципе, я думаю, эти конфеты можно не обволакивать потом в шоколаде. Шоколадом можно будет обсыпать следующее, которое там осталось еще, паста. У нас тут музыкальное сопровождение в виде кошки. У нее есть два варианта, когда она играет так, чтобы я ее не видела, но если слышу. А есть такой вариант, когда она специально играет так, чтобы я ее видела. Она будет в какой-то контейнер переложить. Досочки мало. Ну или может пакетик. Выкупала тут, можно сказать, как бы вчера, да, сегодня, в аптеке капли родственникам в глаза, которые, ну, в начале года, допустим, стоили 600, а сейчас стоят практически в два раза больше. И подумала по аналогии, как вот тут, ну, люди покупают витамины, допустим, но как-то брезгуют купить орехи, сухофрукты. Эш, вот они такие. Бразильский орех такой дорогой. Я лучше куплю там какой-нибудь химический состав, какой-нибудь там от микроэлементов, какие-нибудь там таблетки. А блин, лучше купить за те же деньги бразильские орехи. Даже если они чуть дороже, чем твои эти элементы. И по два ореха в сутки сжирать. Будет намного больше пользы, чем какая-то там таблеточка. Типа как БАД.
Если кто-то узнал себя и хочет попоболеть мне в личку, то это вам показалось. Вы слишком мнительные, у вас огромное самомнение. И вы думаете, что я думаю только о вас и как бы и делаю все, чтобы вас только задеть. Ну, были у меня такие некоторые зрители, которые вот снимешь ролик без задней мысли, вдруг личку тебе пишут истерику, что вот, я думал, ты такая хорошая, а ты на самом деле такая плохая, потому что ты это сказала. Хоть ты это сказала не обо мне, но я решил, что это именно обо мне, или решила именно обо мне. И я решила тебе вынести мозги тем, что на самом деле... Я подумала, додумала, услышала фразу, услышала ее не так, поняла ее не так и додумала из серии, типа, сам спросил, сам обиделся, сам ответил, сам обиделся. Так вот, если вы вдруг из той серии, не, и вам очень сильно хочется про это написать, пишите открыто в коммент. Комменты хоть это как-то, по-моему, кто-то мне тут штатив сейчас подвинул. Кошка, осторожно там. Комменты хоть какой-то плюс ролику сделают. Ну и так, может, там кто-то вас прочитает и поймет, что он не одинок во мнительности. Или знаете, бывает такое, вам человек пишет, вы как бы его не спрашиваете ни о чем. Но он пишет о себе, рассказывает, а потом, а вот ты такая плохая, ты сейчас будешь ролик писать про то, что я тебе написала. Ты сидишь такая охреневая, думаю, что... Я тебя вообще-то не трогаю, ни о чем не спрашиваю. Мне грубо говоря, на тебя посрать и на твои проблемы. Но я из вежливости могу тебе посочувствовать. Потому что ты мне пишешь, ну как бы, наверное, это плохо, когда тебе человек о чем-то жалуется, а тебе посрать, да? А человек, наверное, жалуется с расчетом, что ты его там пожалеешь или посочувствуешь. Я иногда на себя удивляюсь, думаю, ну как бы у человека там какая-нибудь реальная проблема. Человек мне об этом пишет. А мне пофиг. Думаю, наверное, это... Я что-то со мной не так, наверное, мне не должно быть пофиг. Я должна быть более заинтересована в человеке и его проблеме. Даже если проблема по большей части случилась по вине самого человека. Ну и... А когда тебе после этого говорят, вот я тебе это все рассказала. Или рассказал. Ты специально сейчас делаешь какую-нибудь гадость и скажешь обо мне какую-нибудь гадость. В общий доступ эту лову, блин. Да мне, если честно, вообще посрать. Она так повернула камеру, что теперь камера смотрит куда-то туда. И снова я тут. Слегка повернула камеру как надо. Сейчас надо как-то эти конфеты приподнять да показать. Может сюда же эти выкатить. Ой. На доске осталось много какавы. Вот он. В общем, вот такие конфеты у меня получили. Что у нас был? Грецкий орех, миндаль, кашью, финиковая паста. Ну, тут он еще было примерно все то же самое. Может, тут еще лесные орехи были, я уж не помню, что. И кокосовая стружка мелко полубленная, все. Какао-порошок для обсыпки. Можно обсыпать, обкатать там, допустим, в кокосовой стружке, в мелко молотой кокосовой стружке. Можно в кунжуте, можно ни в чем не обкатывать, так оставить и сожрать. Вкусно? Сколько у нас тут конфеток? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Сбиваюсь. Четыре, восемь, десять, три, пятнадцать, 21 конфетка, где-то так вышло. Не учитывая те еще, которые сожраны были, там три или четыре. С учетом тех, что, ну, той чайной ложки, которую мне попробовали. Ну, человек попробовал, остался жив. Я тут все еще снимаю, говорю, тоже. Так что это вкусно. Не знаю, сколько калорий, я на этом не говорюсь и не считаю. Кошка опять штатив сдвинула. Так что, зритель, если ты это силил до конца и захотел что-то такое приготовить, и тебе даже захотелось похавать, или ты даже похавал, пока я тут чай пила и тестировала конфетки. Ну, круто это. Вот они просто вблизи. И оставшаяся какао-порошковая доска. С шоколадкой, ну, в смысле, с какао-порошком. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.